его нет. Никуда не хотите, не идти, потому что... Ну, конечно, а что вы? Куда вы что? Пока заедем, уже 7 будет. Да, да, все. Обязательно. Все будут знать. Да, еще какую-нибудь сама статью напишу хорошую. Хорошо. Давай, давай. Да, какую что? Газету только? Ну, в интернет. Вот интернете все. Вот Осипович. Вот Осипович вот, написать. Смотри, пожалуйста. Вот, так, что, смотри, скажи. Да, я все проверю. Да. Думал на вот минутку одну сюда сниму и сниму в студию опять. Фотки там делают. Надо было на самодачу ехать, в гости. Жон, конечно, это... А там гости. Ну вот Осипович, у меня там, ну, вот мать живет, и нет, ну, сама братик родной приехал. Что, сюда. Осипович приехал? Не-не-не-не, у меня тут столько дел. Сама брат сюда приехал, в гости приехал брат, а тут у него сама, ну, дама есть. Так он мою жену взял, еще там кого-то набрал компанию, они на самодачу к его даме поехали гулять. И надо было мне ехать. Ну, так, а мне лучше вот сейчас, это в тысячу раз лучше. Тебя то встречаемся, да? Да. Так, ну, я буду сама стараться. Как что там будет до 9-го, да, все хорошо. Ну, это ж такое дело интересное. Да. Ой. Хоть там был, вот внутри никогда же не было в этом здании. Все думал, что там такое, что там за здание. Да. И самое главное, что снять. Обычно вот тут стоишь, это запрещено снимать, то запрещено. А тут внутри и снимаю все такое. Что-то так как-то даже интересно. Это ваш автобус, да? Нас уже до автобуса сам доведу. А, вон, наверное, ваш стоит дальше. Да. Ну вот, ну вот сама вам спасибо большое. И вам спасибо. Чтобы вы мне помогли. Ну мне то не за что. Помещать будете? Ну вот буду сегодня сайт, ну вот Одноклассники.ру, ну есть там, ну, группы разные, я и другие группы, и другие сайты. А у вас там Одноклассники? Нет, у меня есть и в ВКонтакте, и в Facebook, и там еще какие-то есть сама сайты. Ну, вот, ну, больше всего Одноклассники. Мы подходим к знакомым, у меня нет. Пускай они подходят. Она ходит на Одноклассники, только с Одноклассниками. Вот, знаете, вот то, что я на фото снимал, это с участка 2-3 уже будет в интернете. А то, что я снимал на видео, это надо суток двое-трое. Нет, я сегодня буду закатывать, но очень, ну, в основном долго. Да, долго. То есть это надо дня, ну, 2-3, и все видео, что говорил депутат, вас, как мы ходили, это все будет. Спасибо вам большое. Ой, это вам спасибо. Я буду сразу же очень хочется вас видеть. Да. Очень буду. И какую-нибудь сама статейку напишу о родине. Давайте. О самоземляках. И когда мы выставите фотографии? Вот сегодня буду сейчас закатывать, да. Я сейчас вот иду домой, я тут... Да, может, вечером. Ну, вот около стены живу рядом. Да, вот уже вечер будет. Ну все, вам большое спасибо. Все, до свидания. Да. Вам всем спасибо. Что мне спасибо? Да. Это для меня как... Бальзам на душу. Адреналина получил? Да. Да, все. То есть вы мне дали? Дали такой день. Статью сказал, напишем. Да, как будто надо самостоятельно.
надо статьи написать. А ну городе, о самодепутате, а ну о стране нашей, о вас. Да. Вот, что вы всю жизнь ну, работали. Я вижу, все вы такие красивые, умные, грамотные. А ты вот спрашиваете. Ну, Лев лучше нашел. А я еще и ну ел самое бесплатно. Вот, пожалуйста. Привыкнуться. Так все дорого стоит в Минске, в столовую заходишь, а тут и первое, второе, третье еще. И на булочку. Ну, булочку вам оставил. Ну, вот всем спасибо еще раз. Счастливо. Всем до свидания. Очень хорошо. Очень за. А где теперь эти фотографии ваши посмотреть? Вот будут сегодня. Сайт Одноклассники.ру, там есть, ну, да, сама группа там это есть. Там и эти фотки есть. На, я снимал и на ОЗА, и на РЗ я снимал. В 74-м году вот есть фотографии старые. Очень много. Можете еще на форум осиповчане там. Да. Хорошо. Все, счастливо. Вам, ну, дороги хорошей. Поехали. Куда-нибудь еще заезжать будем? Я домой еду. Вот в лес еще. Сама девочки туда, мальчики туда. Пока доедем, захожу всем. Все, вам дороги хорошие.